«Спартак», «Москва». Представляем судейскую бригаду матча «First Referee». Первый судья Эдуард Борисевич, Латвия. Чтобы спартакцы побились, как говорится, из-за себя, из-за того парня. Как играть без него? Как играть, и вот именно важный механизм, важный винтик, который сегодня отсутствует. Ну и не будет сегодня Юрия Котова защитника второго номера. Так что две потери у «Спартака», а у «Браги», вообще все нормально, все здоровы, все готовы играть. Но они грамотно по дистанции, вот эти дисквалификации обошли, где-то лидерам давали паузы. Вот в этом плане. На ваших экранах «Спартака» капитан Алексей Павленко. У «Браги» капитан четвертый номер Бруно Торреш. Фамилия. Поехали. Ну что, понеслась, Макаров. И через себя удар. Ну, «Браги» пятерка, это Падилья. Джордан открывает счет, какой быстрый гол. 19 секунд сыграно. Лучший игрок мира. Какой розыгрыш, конечно, фантастический удар. Ну, какие претензии к Пожарному, да, Джордан великолепен. Ну, Падилья в воротах у «Браги», Андрей, третий номер, братья Мартинши, П, номер 10, Лео, 11 номер, и автор гола Джордан Сантос, номер 5. Опять? 15 номер. Смещение мощное. Пулиньо! В центр! Падилья, что делает мяч в игре? Вот это был рывок, а? Паулиньо от Ахмадзаде, мы ждем вот таких оригинальных решений. И от, да? Джордана тоже. Ах, хорошо, ошибается Брошавьер. Новиков великолепно с этим скором! Ну что же такое? Падилья, да, очередной сейф. Уже второй, сначала Паулиньо, да. Удар тяжелый. Два тяжелых здесь удара. Похожий удар Новикова был тоже, внутренней стороной стопы. Падилья, здорово. И Павленко и бьет. Ах, вот здесь Падилья. Мяч не зафиксировал Новиков на острие. Хорошо, хоть есть подбор, да, есть игра на подборе. И добивание очень важный элемент. Падилья. Мацаде. Ошибается Брон Шавьер, уходит один в один, удар, штанга! Повезло. Да. Мне кажется, Ахман... Момент с ударом Шавьера. Ну, знаешь как, психологический момент, ошибся, хочется сразу исправить ошибку. Да, на эмоциях. Гол! Да что ж такое, ошибка Баженова, почему-то ногами играл, может быть, не видел момента удара. На повторе будет очень пояснее видно, смотрим. Ногой, да. Да, ногой, такое нелогичное решение. Ворот до ворот бил по линии. Ну, не успевал, наверное, сложиться. Дачи именно. А соперник сразу наказывает. Момент Земсков! Опасный, перекладина Земсков. У двоих сразу выиграл. У Эль верховую вот Баженова и Федор с затылком в дальний угол и перекладина. Нет фола? Ну, мне, на мой взгляд, был Шавьер. Вот, как пожалуйста. Же нет фола? Решение неоднозначное. 0-3. Хотелось бы на повторе посмотреть. Понятно, что это не конец еще, но я просто уверен, что там фол. Либо играет здесь, ну, может быть... Заваливаться сам стал Джордан. Демонстративно Филиппа поднял руки, да, и видим, что будет был мяч. И тут же, да, как «Брага» быстро. Ну, Джордан раз выполняет. Через себя Ахмадзаде! Какой неудачный отскок, а было очень опасно. Просто на повторе не повезло, да, с отскоком просто. Да, высоко под мяч перекладывает справа налево на песке. Ждет опорную ногу, смотрит. Опа! Ну, Эльвин, ну посмотри, что это делать. Ну и просто без комментариев. Фламенко, ну, посмотри это исполнение, космос. Ну посмотри. Это космос. Так не бывает, но так случилось. 0-4. Просто фантастика, да? Кто смотрит, и, наверное... Когда смотрит, повел счет, но потом... Ой, момент, перекладина! Ай-яй-яй-яй! Макаревич, получилось бы красиво. Было бы красиво и очень важно, да, но спартаковцам сегодня не везет. Уже... Здорово, перехват, Ахмадзаде, один на один, выходит, удар, и гол! 1-4! Да, Ахмадзаде! Сам сделал гол, отобрал, реализовал выход. Ошибка ветерана Бруно Торреша. Воспользовался капитана команды, перехватил исполнительское мастерство иранца. Посмотрите, паузу, не спеша, посмотрел. Между ног, по-моему, по деле попал. То, о чем мы говорили, да, кто-то должен выделиться из легионеров наконец-то, да. Вдоль ночных дорог. 5 секунд. Удар! Удар! Ну, что ж такое сделал? Добивал Новиков! Закончился.
аккуратнее, аккуратнее, не фалить. Ну, посмотри, ну, Эльвин, ну, это Лео Мартинс, это гол имени его, хотя забивает Андре. 1-5. Что, как с ними играть? Гордон Страгана, когда Селтик принимал Барселону, он сказал, что делать вашим игрокам, как против дать Лео Месси, он сказал молиться. Наверное, к братьям тоже самое относится. Да. И номер такой же удар, и какой же хорош сегодня Падилья, ну как же он великолепен. Я не знаю, но сейвов 10 он сегодня мертвых, совершенно, то есть мертвые мячи берет, Пинья. Макаров на фланге открывается, перевод мяча. Касание, удар, еще перекладина. Сколько можно? Сколько можно, Новиков? Пас по линии роскошный, но не везет Спартаку. Новиков. Открывается справа. Отличный Макаров. Пас. Макаров удар, а ты что ж ты будешь делать, а? Карточками момент попадания, очередная перекладина. Вот момент как раз, смотри, что делает Шавер. Да, да, конечно. Провокация. Кому он там показал эту красную? Вот, по-моему, Шавер. Ну да, он да? ее так выпал. Передачу сделал на Ахмадзаде. Макаров! Что другое? Ну что, ну, нельзя обыгрывать. Передача Паулиньо улучшает середину. Бьет! Еще штанга! 4 минуты длится третий тайм. Но моментов 6 у Спартака уже было. Да, они уже наиграли на ничью. Так, по моментам. Ну, даже половина. Один на табло – это аномалия, конечно. Должно быть. Ахмадзаде! Гол! Зимсков! Нужный момент! Наконец-то! Шикарно! Лучший отрезок матча. Лучший, безусловно. Они наиграли даже не на гол, а на больше. Продавил сейчас, да, Джордана? Мазада голевую передачу дает. Давай, давай, Спартак! Макаревич. Бакиня, в одно касание. Лео Мартинш! Пожалуйста. Но они реализуют вообще все. Минимальный шанс появляется сразу. Раз один касанием уходит, и вторым между ног Макаревич. Вперед очень тяжело. Хотя даже неудачно подработал Мартинш мяч себе, но... Между ног. Да. Ошибка. Вова. Очень нужен третий гол. Сейчас гол! Браво! Он забивается. 6-3. Павленко. Воспитанник торпедовского футбола. Как сыграл, а? Ты посмотри, просто в стиле, я не знаю, молотого Кевина Курани. Да, и здорово сгруппировался так, выиграл борьбу Падилью. Де Мартинш. Наброс, скидка. 3-7. Пожалуйста. 3-7, Прага, похоже, что не подпустит к себе ближе по счету Спартак. Опять Прага. Да, здесь момент очень интересно разобрать. Первый, к чему бы этот гол привел, наверное, оставили одного Мартинша здесь, Макаров. Сброс, и Джордан позицию здесь проигрывает. Они могут большую часть времени обороняться, а потом выйти в атаку и сразу забить. Но вот они почему-то не попадают в перекладину. Да, то есть им не нужно давать большого количества моментов, чтобы забить. Джордан, все. 8. Это такой 8, гвоздь 3. Уже португальский. Опять и, Прага. Пожалуйста, португальский Макгрегор. Опять. Организация турнира. Спартак. Награжден серебряными медалями, выплатил бронзовыми. Есть повод провести 2021 мундиалист также в Мегаспорте. И уже какая-то из российских клубов уже поднимет кубок над головой. Церемония награждения мундиалита клубного чемпиона. Ну и мы уже можем раскрывать секреты. Но в пустой голове голову не прикладываешь, Дзюба может подсказать, да? Можем уже раскрывать секреты и говорить о том, кто признан лучшим вратарем турнира, это очевидно. Ну это логично, да. Падилья. Как оценишь его в финале? Ну, финальная игра, сколько, 10 из 10? Да, даже 11 из 10. Гол забил, столько спасений. И Хуан Куско, президент тоже европейский, да. Ну понятно, здесь мы уже обсуждали всю.
защищает Крис Падилья. Без ошибок. Бомбардира Эду Суарес здесь мячей. Причем все голы он забил в трех матчах. У него два покера. Сказал себя специалистом. Может быть, дождется приглашения в какой-то... Да, по MVP здесь... Ты не согласен? Я тоже не согласен, потому что они, наверное, организаторы... Ну, это гол, конечно. Ну... Гол всего турнира. Я думаю, да. Филиппе. Из российской команды, но здесь по статистике понятно, что Эду Суарес лучший бомбардир. Заров, поздравляем его с дебютом у руля железнодорожников. И вот, на вот на память, да, с президентом Кина больше все-таки на финал. Ну и Алексей, игрокский опыт как игрока, у него большой опыт, колоссальный, тоже спартаковец, вот для него. Очень четко, хорошо организованная команда, практически команда. Без слабых мест в пляжном футболе. Это при условии, что чемпионов аналог Лиги чемпионов в пляжном футболе, они ее тоже трижды выигрывали. Вот. Пепе, Матерацци и так далее. Такие, да, можно список долго продолжать. Красивый кубок из рук Александра Орлаева. Переходит он. И сейчас он взмывает вверх, и Брага ликует. Второй год подряд. Второй год подряд.